Приветствую вас, дорогие друзья, на нашем канале. У нас очередной обзор, наконец-то, Mercedes классический. Не вот эта вот шляпа, которую сейчас продают в салонах, которая постоянно ломается, а еще тот самый, олдскульный, который славился своим немецким качеством. Вот он, красавчик. Встречайте, 202-й Mercedes в AMG Adventure. Так, что можно рассказать про эту легендарную тачку? Поверьте мне, эта машина не менее легендарна, чем вот та. Начнем с истории, как я люблю обычно. Вышла эта машина из-под пера супер дизайнера, который вот просто папа всех Мерседесов 90-х, был такой Бруно Сакко. Вот любители Мерседесов, у вас у всех должна в гараже висеть его фотография. Это реально идол. Именно он дал нам вот это. То есть вот этот облик Мерседеса из 90-х нарисовал он. Перечисляю, 126-й, 140-й, C-шка, E-шка, миллион других автомобилей. Вплоть до, по-моему, 2003-го или до 2004-го года все, что выходило у компании Mercedes-Benz, было нарисовано этим шеф-дизайнером. Он около 30 лет был шеф-дизайнером компании Mercedes-Benz. Его имя, я слишком много про него не рассказываю, оно там вот среди всех дизайнеров автомобильных, оно внесено, в общем, как сказать, золотыми буквами вписано. Че? Как ты ее вытираешь? Да? В экстремальных условиях. Да. Да, снимаем мы, как видите, в экстремальных условиях, уже с человеком договорились. Короче, капец, сколько мы эту машину ждали, искали. Я много цешек мог снять, но они все были без обвеса. Я хотел показать именно ту самую четкую цешечку, 202-ю. Это рестайлинг, по-моему, 2000 год. Посмотрите, ничего не напоминает, вот просто. Я специально свою тачку починил именно к этому дню, чтобы снять их вместе. Просто как младший братишка. Причем, скажи, насколько вот этот обвес гармонично смотрится и на 210-м, и на этом. И причем и эти диски тоже, как они смотрятся. Вообще, на всех тачках из 90-х, из 2000-х, на любую поставьте эти блины, и тачка будет выглядеть просто муа, вот так. Приколись, даже выхлоп у них как похож, вот этот вот вырез, вот посмотри, вот на 210-й сделай. Да он точно такой. Да. О. Многие из вас скептиков, вот найдутся такие по-любому, о, она не C60, это C43, у тебя вообще не 55, и нахер это надо, вы там людей, вот такие же типы найдутся по-любому, которые вот чисто, блядь, если у тебя AMG значок висит, должен быть AMG. Но, а простым пацанам что делать? Вот если я хочу, чтобы моя выглядела машина вот так, либо вот так, но я не платил конский ценник на заправке. Либо, допустим, моя тачка выглядела так, что более-менее валила, но при этом, как говорится, была доналоговой. Что делать? Но вы посмотрите на все современные машины. На любую BMW на ней висит буковка M, если она в M-пакете. Любой AMG, хоть он вообще не является AMG, AMG обвес, мотор 1.6 на C-шке, это AMG. И скажу вам так, это первый AMG у компании Mercedes. Конечно, есть вот эти специалисты по Мерседесам, которые сейчас вот разгон и двигатель на стуле включили, у которых пуканы прям разрывают. Подожди, выключите эти двигатели, садитесь на стул. Я прекрасно понимаю, что первая была C-шка Дорис. Но я говорю, именно когда встали тачки на конвейер, и вот эти обвесы на них стали массово штамповать.
Да-да, вы не ослышались. Вы думаете, если на нем стоит обвес, то это должен был быть по-любому 5,5, либо C43. Нет, они с завода выходили именно в таком вот исполнении. И для особых таких еще вот скептиков, которые думают, это не китайский обвес, либо еще что-то, на каждом из этих обвесов написано Afalterbach AMG. То есть это не мерседесовские бампера. Их компания AMG разработала и поставляла на конвейер, чтобы их устанавливали в самые топовые модификации. Вот они родоначальники. Вот сейчас все, что там C-шки, E-шки в AMG пакетах выходят, всю моду задали вот эти два автомобиля. Первый был вот этот дорестайлинг, после него была E-шка. По моей тачке обзор по поводу коробки, там вы просто охренеете, материал мы готовим, блять, его снимали мы недели, наверное, 2 или 3, просто охренеете, что значит, чтобы наши супермастера перебирали коробку. То есть коробку я собирал сам, но из-за того, что я рукожоп, ее потом отвезли, кто-то ее переделал, потом переделал еще раз, еще третий раз. В общем, да, вы это все увидите, значит, в выпуске именно про эту машину. Сегодня мы говорим про C-шечку. Интересный факт. Вы не думаете, что я сегодня, раз классический Мерседес, буду его там нахваливать, либо еще что-то. Мы поговорим именно в таком ключе, что это за автомобиль и каким он был раньше, когда его покупали. Интересный факт заключается в том, что это один из самых массовых Мерседесов. За всю историю компании было выпущено 1 660 000 седанов и 272 000 универсалов. Это просто конское вот число. Больше этого Мерседеса, который я видел, чтобы, допустим, производили, был разве что 124-й. Но опять же, львиную долю продаж этого автомобиля, то есть почему они так хорошо продавались, потому что когда он вышел в 93-м году, 124-й еще 2 годика продавался. И то есть он еще как бы был такой на ходу. И, допустим, люди, ну немцы, которые себе не хотели покупать, допустим, среднего класса Mercedes, либо там S-класс, а хотели просто роскошь и комфорт, но чтобы это все было компактное. В основном это, естественно, касается Европы и вот таких вот стран, где как бы ездят на малолитражках, то есть небольшого объема и габаритов автомобилях. Но если вы думаете, что раз это маленький Mercedes, то он не едет как настоящий Mercedes, вы глубоко ошибаетесь. Я тоже так думал, я думал, да ладно, что у нас 140-й похож, по-любому не будет ехать так мягко. Но вот сейчас мы на нем еще проедемся, я просто охренел. Я в детстве на нем один раз на заднем ряду просто так прокатнулся, кто-то нас подвозил. И я просто офигел, думаю, как, блядь, им удалось сделать так, чтобы вот такого размера машина ехала, так же, как и 140-й. Все же говорят о том, что для того, чтобы машина ехала мягко, нужно, чтобы она весила много. Эта машина не весит много, но при этом как-то ему-то удалось. И это, знаете, как такой небольшой вот камень в огород BMW-шников, которые, знаете, вроде и научились, чтобы их тачки более-менее рулились, но не могут сделать так, чтобы она была более-менее комфортным автомобилем. В Мерседесе же это школа, которая уже не один десяток, даже не один пятидесяток лет, которые именно умеют, они знают, что такое по-настоящему плавность хода. И даже в этой тачке им удалось это сделать. Ты, кстати, спалил, Тимур, посмотри. Вот если с бодуна к ней подойди, как будто 140-й, нет? Или ты здоровый слишком? Один в один все то же самое, бля, и решетка, и вот эта вот хрень на ней все то же самое. Приколись! В смысле, мотор у нее, вот все расположение, все то же... Блядь, подожди, на интерес вам покажу. Смотри, АБС вот здесь, АБС вот здесь, бачок омывателя здесь, фильтр здесь, охлаждайка здесь. Блок управления здесь, блок управления там. Тормозная жидкость здесь, тормозная жидкость там. Средний класс и средний возраст взяли свое. Здесь у нас мотор 2.4 стоит, 112 движок. Про него что говорить, он всем хорошо давно понятен и известен. Один из самых, наверное, удачных двигателей у компании Mercedes-Benz после тех легендарных, которые были там 104 и так далее. Вот этот. Его минусы сразу бегло пробегусь. По 2 свечи на цилиндр, достаточно затратно менять свечи. Постоянно сопливит. Из-под клапанной крышки, если забиваются там EGR, либо вентиляция картерных газов, постоянно давит масло. Вообще, у всех старых Мерседесов это болезнь, ее все знают. Какие бы вы сальники ничего не поставили, через какое-то время масло по-любому потечет. С этим просто нужно смириться, вот и все. Скажу вам так. Вот я, например, клапанные крышки, ну, на клапанных крышках прокладки поменял,
уже год оттуда не течет. Но говорят, что типа скоро, видимо, потечет что-то в этом роде. Машина, какая бы она надежна ни была, со старой немецкой школой и так далее, она все равно к себе с возрастом требует внимания. Конкретно эта тачка какая, вообще почему она в таком хорошем состоянии, спросите вы, естественно, вот из этих номеров. Х-2 эта машина бы в России столько проездила, она бы просто сгнила. Про коррозийную устойчивость этой тачки я говорить не буду, просто скажу, что это боль. Крышка багажника, задние арки, лонжероны, крепления амортизаторов, короче, все то же самое, что и на 210-м Мерседесе, одни и те же косяки. То есть они вот как раз вот в те года начали переходить на вот эти краски, которые типа хорошие для экологии, но очень плохие для будущих владельцев. И это значит, хрен со всеми ними случается. Но опять же, если за всем вовремя ухаживать, все это делать, все будет, как говорится, чики-пуки. 2,4 для такого плана автомобиля за глаза хватает. 2,8, конечно, повеселее будет, но 2... А, за эти давай я скажу. AMG модификации. Первую выпустили, значит, C32, на ней стоял 104 мотор. Как раз именно эту модель компания AMG, когда уже вошла в состав Mercedes, они ее именно представили. Ее тоже там частично собирали на AMG, частично в Mercedes. Это же вот рестайлинговая модификация, то есть, ну, я говорю, это типа по обвесам, по этим, не по мотору, которая C43 полностью собиралась на конвейере. После нее они еще решили уже, видимо, когда уходящая модель, как говорится, типа прощальную модель, они сделали лимитированную серию C55 AMG. На них стоял такой же мотор, как и на 210-х, 55-х, 354 лошадиные силы, 113 мотор. На C43 же стоял очень интересный мотор. Он был по объему 4,3, то есть 113. Но там, видимо, я не знаю за счет чего, они, короче, подняли мощность. Если, допустим, на 210-м 4,3, там 286 лошадей, в этом 4,3 было 306-305 лошадей. То есть вот такой вот именно AMG вариант. Так, блин, дождь льет, конечно, капец. Да, ну, самое смешное все, то же самое, только маленькое. Я первый раз, когда это на цешке увидел, а столько угорал. Как будто вот кто-то решил на тобой приколоться и уменьшить машину. Недавно в Ютубе смотрел, короче, ролик, и там показывали, как американские наскаровские гонщики, они, короче, жульничали на гонках. И там, значит, один был умник. Там нужно было, естественно, участвовать на автомобиле, который был, ну, как бы, уже производился. То есть не какой-то концепт-кар, а уже, как бы, массово производимый автомобиль. И он, знаешь, до чего додумался, чему ты, в смысле, попутаешь? Он взял какой-то Chevy Bel Air или что, и вот на машину смотришь, она, короче, была как этот, типа вот этот Chevy. Только если их рядом поставить, ты видел, что она над меньше. В смысле, он кузовные детали, все, заказал то же самое, только рядом, когда они были тогда. Так визуально ты в жизни не выкупишь, что она меньше. Естественно, она легче весила. Прикинь, что за тип. Вот здесь такое ощущение, как будто ты на 140-й смотришь, только какой-то вот, ну, с небольшой наебочкой. Распространен все-таки среди молодежи, как... Ну, такая, типа, молодежная, быстрая. Кто, вот это? Да. Это у нас не распространен. В Германии не понимают особо, зачем ему нужен. Не, 210-й может нужен, но 140-й, блядь, они даже в жизни не знают. Там, ты в Берлине, блядь, в то время, я думаю, ни одного бы не встретил. Это все делали на Запад, там, Америка, блядь, арабские страны, Россия. Из-за этого. И у нас, понимаешь... К цешке почему такое отношение? Как тебе сказать? Вот он в автосалон приходит даже сейчас. И вот, ну, кто эту машину возьмет? Там девушки, понятное дело, но женская покупательная способность, она по-любому в России меньше, чем мужская, да? Вернее, женская покупательная способность зависит от мужской. Ну, она зависит от мужской, но все равно она как бы априори меньше, чем мужская. И вот взрослый, уважающий себя мужик, он пришел в салон. Ну, допустим, такого роста, как я. Я смотрю, цешка стоит там, бля, 2800, ешка стоит 3200. То есть, если 500 тысяч, я уже по-любому куплю ешку. А то, что ты говоришь для молодежи, не, ну, молодежь, она популярна, но, опять же, это прерогатива золотой молодежи, чтобы он себе из салона купил новую цешку, правильно? Ну, давай даже вот сейчас возьмем, тройку берут, там 36-й кузов. Тройку берут, потому что она маленькая и управляемая. Тройка – это настоящий BMW, понимаешь? А это она маленькая и комфортабельная. Но комфорт заканчивается тогда, когда ты просто садишься назад. То есть сзади места мало. И люди не понимают, ну, мерсоводы, за что ему платить такие бабки, если он может купить машину чуть-чуть подороже, но, естественно, побольше. А тройку берут фанаты BMW за то, что она управляется. Этот-то не особо управляется лучше, чем 210, понимаешь? Из-за этого. Ну, а популярно сейчас, ты вопрос, конечно, задал, 1 600 000 их продано, братан.
210-х от силы продали 700 или 800 тысяч. Это тебе просто для сравнения. Я же говорю, я не слышал, даже 126-й, который дипломат, их 900 тысяч продали. Хотя это был ебать какой популярный Мерседес. Больше него продали только 124-й Мерседес. Там 2 с чем-то миллиона продали. Я когда взял, на ней 60 тысяч пробег был, прикинь. Блин, нихера себе пахнет, как свежестью, а? Да? 60 тысяч, говорит, на ней был пробег, когда я ее взял. Бля, на ней даже ключ как мой. Так, вырубим вот это и вот это. Что ты, Тимур, спалил, да, что за состояние автомобиля? Ты что думал, а я себе какую-то помойку забирать буду? Вот этот вот запах мерсовский, прям, да, капец. Покажи нам, нашим друзьям из компании BMW, как в 93-м году выглядела регулировка сидений. Она вот здесь была. На ней даже подголовник с кнопки поднимается. Смотри, эта машина вышла в 93-м году. Хулиганку в каком году выпускали? В 91-м. В 91-м закончили или начали? Начали делать. Это прямой конкурент хулигана. Правильно или нет? Ну, не, да. Хулиганку, по-моему, в 80-м. Нет, это капля в 91-м году. Е-36 в 91-м году. Е-36 в 91-м году вышла? Не, ну с 36-й не будем пиздеть. Она, если честно, могла, ну, визуально чисто поконкурировать. 36-й. В смысле, 36-й же соревнования очень серьезные начал выигрывать. Не, я почему-то думал, что у нас хулиганкой конкурировала. Не, ладно, врать не будем. Обе машины, и BMW, и Mercedes тех лет, они были реально достойные. Хотя, с чем ее еще, бля? Допустим, с 34-ка. Она же до 95-го выпускалась, BMW. Да. У нас же явно старее выглядит. Да, визуально. Ладно, 34-ку, короче, вот так вот, бля, делал эта тачка. Не, ну 34-ка, это классно. Эй, ладно, это я шучу. Все мы, как говорится, бля, Mercedes и BMW, эти дрочеры, все братья, да? Мерсоводы и BMW дрочеры, все братья. Да, да. В 93-м году, когда эта тачка вышла, это, конечно, был вау-эффект. Ну, серьезно, даже вот сейчас в нее садишься, вот давайте ее сравним с ее старшим братишкой, со 124-й. На 124-й снаружи смотришь, блин, ну прикольно выглядит машина, там есть стилистические решения, там покатое стекло и так далее и тому подобное. Но салон, боже мой, ты садишься как будто вот в бабушкин диван. Здесь, в принципе, визуально, они, знаете как, и добавили новых штрихов, и при этом оставили стилистику 124-го. Как им это удалось, хрен его знает, но удалось. Смотришь, очень все достойно, очень все симпотно сделано. Больше всего мне нравится вот эта вот деревянная дуга вот спереди. И еще они очень сделали, я не знаю, одна из, наверное, самых эталонных посадок. Вот даже в моем Мерседесе не так удобно сидеть. Скажу про что я. То есть панель вниз опустили, ты сидишь и даже практически в нижнем положении ты полностью видишь весь капот. То есть вот с моим ростом, учитывая, что это достаточно маленький автомобиль, ну визуально, я здесь, ну капец, как комфортно сижу. Вот просто капец. Эргономика, я вам говорю, эталонная. Вот просто эталонная, я просто охренеть. Вот это, даже вот эта вот тема как сделана. Посмотри, руку держать. Посмотри, насколько широкие подлокотники вот эти. Эта тачка делала в основном кассу Мерседесу. То есть они делали, допустим, 140-й, ребята, смотрите, самый навороченный Мерседес стоит там 200 тысяч дойчмарок, и немцы, бля, ебать, какая крутая тачка. А потом они вам раз и под нос подсовывают, в принципе, так же выглядящий автомобиль, меньшего размера, но, естественно, с нормальным, адекватным ценником. И эту, кстати, философию компания Mercedes эксплуатирует до сих пор. Многие, наверное, из вас задавались вопросом, почему всегда, блядь, C-шка похожа как маленький, блядь, S-класс сделана. Вот из-за этого. S-класс – это тачка, вот, которая, вот бывает же, люди бабки в рекламу вкладывают. Это реклама марки в целом, может быть, автомобиля. Но вот это работяга, вот это приносит всю кассу, понимаете? И последняя вот C-шка, которая вышла, бля, до боли похожа просто на 223-й. Самая вот, которая C-шка разнилась с 200 этим, с S-классом, это была 203-я, да? И то попереду, сзади, блядь, один в один 220-й. То есть этот маркетинговый ход, они давным-давно смекнули, что нужно делать так, и другие автопроизводители у них по чуть-чуть эту идею тырили. Первые стырили, это что, Audi 80-ка, допустим, бочка, да, Audi, и A8, блядь, один в один машина. BMW, например, там тройка, вот, допустим, даже капля, да,
капец как похоже на семерку блок фар. Ну, они оттуда фары перед. Ну там, знаешь как, там скорее семерку сделали по тройку, просто они уже увидели вот такой маркетинговый ход, который как бы задала компания Mercedes-Benz со 190-м Mercedes-ом и подумали, ага, дай-ка мы это все у них удачно, как говорится, используем в своих. Не вдохновим, а спиздим в обычае. Ну, это, знаете как, на это ругаться, вот, ну, это нормально. Это крутой штрих в автомобилестроении, людям он нравится, почему бы его не использовать? Не спиздили, а позаимствовали. Вот Тимур правильно говорит. Так, по нашей цешечке что сказать? Качество материалов на уровне, несмотря на то, что нишевая линейка, даже сиденье здесь настоящая кожа с перфорацией. Вот сзади, вот как на моем 210-м ты делаешь, этот кармашек отгибаешь, там вот чувствуешь вот эту замшу. То есть очень такая толстая, износостойкая кожа. На машине сейчас пробег родной 140 тысяч, когда ее наш уважаемый Асламбек приобрел, было 60 тысяч. Купил он ее в Армении. Здесь я аж говорю, ну в России херас два, мне кажется, такая тачка. Ну это реально, вот у нее состояние очень и очень достойное. Он еще за ней вот хорошенечко прям ухаживает. Ну блин, вот по сиденьям, по всем вот этим темам, конечно же, видно. Ты, кстати, видел регулировку, смотри, люкс, смотри. Не, это... ну, то, что... Ты учти, что мы сидим в цешке. Бля, у нее даже климат-контроль половина того, что стоит в цешке. Так, давай чуть окно приоткрою вот так вот. Ручник. А, ручник, он хатур. Забыл, что это Мерс. Что тут все работает, да? Да, вот он... Несмотря на свои размеры, посмотри, как он едет. Он едет так же, как и большой Мерс. Вот даже ощущение, вот эта звезда впереди, вот туда-сюда ходит и длинный, как будто бы капот. В смысле, вот он вот по ощущениям, вот я сижу, ну я, видимо, может как-то внизу прям сижу, но по ощущениям, как будто я вот в Ешке еду. Че, в 36-й есть такая тема? В 36-й ты сидишь как в Фуджи, наверное. Как фуджики? Да, вот там ощущения есть такие. То есть ты вот как-то собран. Компактно. Все, да. Не, здесь вольготно. Из-за того, что панель маленькая, здесь вот, несмотря на то, что ты слышишь, вот здесь вот посмотри, сколько расстояние от колена до этого у меня. То есть на меня ничего не давит. Mm-hmm. Не, вот это, я же говорю, я на ней в детстве подвозили нас вот сзади. Я еще туда обратил внимание. Думаю, нихера себе она как похожа на, блядь, большие Мерсы 140-й там и так далее по езде. Но вот это вот тебе подтверждение. Я за рулем, кстати, первый раз еду на такой, знаешь, никогда не ездил. Ну, ямка. Поговорили мы все про плюсы, я вам все рассказал. Про минусы я вам сказал, про коррозийную устойчивость NICE. Еще один такой немаловажный минус, но это было и у BMW, причем у BMW даже в худшей интерпретации, это пассивная безопасность. Один из самых провальных Мерседесов был в то время по пассивной безопасности, он получил всего 2 звезды. Почему это произошло, никто толком сказать не может, но я так думаю, что так как это ранняя модификация, то есть 93-й год, я думаю, что 190-й Mercedes особо по новым правилам никто не лупил, просто они ввели, допустим, вот эту 5-звездочную систему бальную по пассивной безопасности, и компания Mercedes-Benz уже выпустили эту модель. Я думаю, там не вариант было что-то переигрывать, потому что последующие поколения C-класса, они все показывали железобетонные 5 звезд. То есть просто они вот как бы новую эту ввели систему и показали. Но в плане, допустим, безопасности, если говорить, что там она врежется, либо сами что-то... Нет, это, я думаю, все хрень собачья, потому что, тем не менее, как ни крути, это Mercedes-Benz. Они хорошо подходили к этим всем вопросам, и очень надо было, в общем, постараться, чтобы на этой тачке так вот тотально разложиться. Да. Ну, 140-й вообще был как танк, но я думаю, что это тоже для своих габаритов, это был в то время один из лучших автомобилей. Вот, кстати, тебе шумоизоляция. Вот смотри, сколько лет этой машине. Вот видишь, закрыто, теперь смотри, открою. Насколько шум. По ощущениям, вот ты как сидишь? Вот, очень комфортно. На Ешку похоже? Сильно же, прям скажи. И вот она прям как-то упруго, короче, едет. Несмотря, еще учитывая, что здесь стоит низкопрофильная резина, 17-е колес. Я ездил на той, на которой были 15-е колес. Она вообще плыла по дороге. Вот это, допустим, не знаю сейчас, кто там захочет купить армянскую, либо еще какую-то. Пацаны, если вы думаете, что будет не до Мерседес, вы глубоко ошибаетесь.
Так, с нами, кстати, едет хозяин Асламбек. Аслам, про тачку что скажешь? Почему его выбрал? Понравилось. Ну что именно тебе понравилось? Микросвесы. А, обвесы тебе понравились? Обвесы, конечно. А что не ешку взял? По цене? Вот цишка мне больше нравится. Визуально, да? Да. Всегда хотел. Цишку? Да. А вот есть какой-то, допустим, внешний элемент дизайна? Ну вот, что цепляет, в общем, такое? Диски. А, диски, да? Конечно. Прикинь. Нормально. Без дисков она вообще незаметная. Да. Ну, скажи, что для, допустим, 90-х годов такого плана обвесы, если даже они сейчас людям нравятся, и диски, насколько это было передовое, это решение, да, для того времени? Так. Сейчас по городу езжу и... Нет, кто-то останавливается на светофорах, спрашивает. Да? Там AMG, не AMG. Это у нас. Бля, этот вопрос, мне мозг взрывает. Последняя капля у меня, короче, была, я во дворе паркуюсь, и ко мне подъезжает какой-то пиздюк на велосипеде и кричит: это у тебя 5,5? Я вечером выхожу уже, думаю, о чем мне сейчас мелким объяснять ему? Это нет, это 3,2, братан, машину сначала разобрали, потом собрали. Я говорю, да, короткий. И уже ухожу, и он: что-то не похоже, я думаю, бля. Я говорю, а с чего ты взял? Ну, она же виза там на шильдике, все там визуально, только специалист выкупит. Он говорит, она у тебя не рычит, как 5,5. Я смотрю, думаю, бля, пизду отсюда, давай домой, иди уроки делай, блядь. Рыбки делают, поэтому не рычит. А ты сразу говоришь, что у тебя сколько? Да я говорю, 2 литра. 2 литра? А я вообще, знаешь, что думаю? Каждую заправку, каждую мойку по-любому кто-то... Спрашивает, да? Поинтересоваться, сколько C43. Она стоит, туда-сюда. Но они редкие. Вот если, допустим, ее сравнивать с Ешкой, вот даже с 55-й, это просто эксклюзив, ну, чтобы ты понимал. Ешек 55-х в обвесах, без обвесов, я не знаю, их тут очень много. Их много, не, их и в мире было много выпущено. Вот этих, это реально штучные экземпляры. Вот C43 и C55. 55 это вообще реально коллекционная машина считается. А вот C43, они тоже очень редкие. Здесь по городу, я не знаю, они настоящие, в обвесах я видел 3-4 штуки максимум. Настоящую видел только, которую снимал Жорик Ривазов, одна была черная. И еще вот одна в Авито продается, белая. Да, белую я тоже видел. Да, вот настоящих мало очень. Не, ну что, приколдесная тачка, скажу так. Очень мне, по езде, например, мне нравится. Вот Тимур говорит, 36-я, типа, бомба. Не, 36-я... По ходовым качествам табуретка. А, да? Ты что, это табуретка еще там? Не, ну это вот, смотри, 17-е диски, но... Да. И причем это поднято еще, ее еще можно опустить. Но она нормально рулится. Для Мерседеса прям неплохо, я тебе скажу. Но при этом она универсальная. Тимур, на 36-й медленно вариант есть? Не, вариант, у меня 2 литра автомат был. Ездил ты на ней медленно, скажи. Да. По-братски. Она деревянная была. Ни на одной BMW медленно не вариант ездить. Что не так? Да она не ехала, 2 литра автомата. Все равно ты же ее выкручивал. Ты же пытался или нет? Пытался, конечно, иногда пытался. Это философия BMW-шников. Даже если на 2 литра, машина настроена так, что она постоянно тебя провоцирует. Здесь же, да, салон, как Тимур сказал, уступает 36-й, но только стилистически. В плане качества материалов, космос. Визуально внешне, допустим, что это, что 36-я, не сильно, короче, BMW. Внешне вот в этом обвесе. Да, вот в этом обвесе, в этом это круто выглядит. Если даже простую, допустим, C-шку брать, ну ладно, 36-я может быть выиграет за счет того, что блокфарность вот это в ней первая появилась. И для 90, допустим, первого года, скажу откровенно, революционный дизайн. Но у Мерседеса, вот как у нас постоянно бывает с Тимуром споры, какой, допустим, Мерс либо BMW в 90-х лучше, Мерседес просто вот разносит в пух и прах любую BMW, это по надежности. А это особенно актуально, когда у тебя машина 90-х, которая, бля, уже 30 лет. То есть с этим тяжело. Это, знаете, как вот как Toyota всех разносит своей надежностью, и там уже люди плюют на внешний вид, на управляемость, на тормоза и так далее. Точно так же и Mercedes. Только при этом у него есть и внешний вид, и престижность марки, и так далее. Просто вот в каких-то моментах в плане управляемости либо еще что-то, BMW впереди. Но, как говорится, жирный плюс никто не отменял. То, что надежнее тачка.
Да, как коробка у него хорошо работает. Сейчас после мусор своей. Сестра она впинается, вторая. Вторая это у всех так. Ты масло менял в ней? Конечно. Частично поменял? Первый раз мне сказали, что нужно полностью менять. Не шибко. Бля, зря ты поменял. Ну, там 60 тысяч было. 60 тысяч пробег? Да, и мне сказали, типа, когда пробег до 100 тысяч, ну, можно полностью менять. А когда уже больше 100 тысяч, тогда лучше частично менять. Она, когда приехала, работала лучше коробка, чем когда ты поменял? Нет, она абсолютно точно так же. Вот, точно так же? Адаптацию ты скидывал на ней? Я даже не знаю, что. Смотри, это. Вот ты газ, например, нажал. Нет, вот так ты до конца зажигания сделал. Нажимаешь до конца газ, вкидал. До кнопки. Да. До кнопки. И ждешь, короче, 20 секунд приблизительно. Сейчас тебе покажу, я тебе скину. Потом медленно поедешь. Но не смеси. А здесь у тебя диагностическое оборудование есть. Ты знаешь, здесь вот комбинацию кнопок нажимаешь, можешь в интернете посмотреть. Она тебе будет ошибки показывать, какие есть в машине. Тебе не обязательно диагностику подключать. Ты не знал эти все фишки мерседесов. Ольдскульных. Секреты. Да. Я как понял, там вообще вон чека нету. Там у меня эти горели. А у меня тоже чека нету. Там этот АБС, вот этот, вот видишь там, АБС и вот этот бас. Не, на ней знаешь, как на этой машине надо ездить. Я вот на своей сколько денег в нее вложил, новые запчасти. Бля, сейчас много всего с разборок. Вот ты езди до Талова, пока не сломается. Потом идешь, покупаешь за копейки бэушную запчасть и, блядь, катишь дальше. Не смей на ней, вот бывает же там все катушки новые поменять, все провода, это все шляпа. Не, я жгу, надо, может, ему сказать. Братан, иди сюда. Он вот на это вышел. Surprise, motherfucker! Нормально он его раскачал.